Всем привет! Вы смотрите канал магазина X.com, и с вами я, Екатерина. Сегодня у нас обзор профессионального 4К монитора от компании Lenovo. Посмотрим, что в нем есть интересного и необычного. Хотите понять, подойдет ли он именно вам? Тогда приятного просмотра! Очень часто мониторы используются для работы или для отдыха, например, игры и просмотр кино. Но есть такой вид мониторов, который, во-первых, является профессиональным, а во-вторых, стоит существенно дороже, то есть отвечает за совершенно другие задачи. Сегодняшний наш экземпляр именно такой. Встречайте! Lenovo ThinkVision P27U20. В названии важна каждая буква, потому что если вы возьмете эту же модель, но не с буквой U, а, например, с буквой H, то получите уже совершенно другой монитор с абсолютно непохожими характеристиками. Здесь они свои, особенные. А именно, диагональ 27 дюймов, 8-битная IPS-матрица с технологией FRS, разрешение экрана 3840 на 2160 с очень высокой плотностью пикселей, частота 60 Гц. Время отклика 6 миллисекунд с возможностью снижения до 4 миллисекунд в специальном режиме работы. Яркость 400 кандел на метр квадратный, контрастность 1000 к 1. Это значит, что спокойно можно работать рядом с окном, и все будет прекрасно видно. Углы обзора 178 градусов. Это и понятно, в профессиональном мониторе по-другому и быть не должно. А теперь самое главное – цветовой диапазон. 99,1% охват цветового пространства DCI-P3 и 99,5% Adobe RGB. Кроме того, у дисплея есть поддержка технологии VESA Display HDR400. Как и в большинстве профессиональных мониторов, эта модель идет уже с заводской калибровкой, то есть вам ничего не нужно будет настраивать. Как говорится, сел и поехал. Этот монитор позиционируется как аппарат для фотографов, видеоредакторов и графических дизайнеров. Да так оно и есть. На нем будет комфортно как монтировать, так и цветокорректировать. Сочные, яркие и правильные цвета дают очень реалистичную картинку. А огромное разрешение 4К позволяет разместить все необходимые инструменты в монтажных программах. При этом никакой усталости для глаз не возникнет, даже при длительной работе. В мониторе все сделано для более удобной работы. Мощная подставка имеет кронштейн, позволяющий регулировать монитор во всех направлениях. Вверх-вниз, по наклону, по горизонтали, разворот на 90 градусов и даже в этом положении регулировка по наклону. Если рядом поставить второй такой же монитор, то будет еще более комфортно. Все потому, что у монитора узкие рамки. Пару слов про сборку. Втыкаем ножку в подставку, прикручиваем один винт и насаживаем панель. Конструкция очень крепкая и устойчивая. На ножке закреплен удобный резиновый хомут для организации кабель менеджмента. В подставке есть специальное отделение для размещения смартфона. Осмотрим монитор со всех сторон. Корпус выполнен из прочного пластика, не скрипит и не люфтит во время регулировок. Дизайн строгий и утонченный, а главное скромный. На задней панели красуется логотип Lenovo. Здесь же мы можем увидеть все прелести этого монитора, а именно разъемы, которые раскрывают его потенциал. Основные особенности. Thunderbolt 4. Можно подключить ноутбук, при этом он будет заряжаться с мощностью до 100 Вт. Выходной порт Thunderbolt 4 Out позволяет подключить второй монитор с разрешением до 4К. Таким образом, при помощи Thunderbolt можно подключить к ноутбуку два монитора. Следующий интересный разъем RJ45 или LAN. Встроенная карта выдает гигабитную скорость с поддержкой технологии WePro. Далее, DisplayPort, 2 HDMI, 2 USB 3.2 Type-A и USB Type-B. На торце есть порт USB Type-C с возможностью подачи питания до 27 Вт для быстрой зарядки периферийных устройств. Также еще один порт USB Type-A и аудиоразъем для подключения наушников. И самое интересное – встроенный КВМ-переключатель. С его помощью можно подключить монитор к нескольким источникам сигнала, то есть вы можете управлять одной клавиатурой и мышкой, например, сразу тремя компьютерами. Очень удобная штука. Спереди монитора мы видим датчик присутствия и кнопки управления.
В меню можно включить режим динамического контраста, а также режим быстрого времени отклика – 4 миллисекунды. Еще тут можно выполнить настройки сети и, собственно, управлять самой картинкой. Можно менять параметры вручную или использовать различные пресеты. Для тех, кому неудобно будет лазать в меню руками, есть утилита Lenovo Display Control Center, она же ThinColor. Здесь осуществляется полное управление монитором, как изображением, так и всеми портами. Кроме того, можно разделять экран на рабочие области, при этом все настройки сохраняются в самом мониторе. А теперь давайте глянем на засветы в темноте. Интересно, насколько они сильные? Как мы видим, ничего критичного не наблюдается ни в одной из областей экрана. Отличная IPS-матрица справляется с задачей и при нормальной яркости ничего не выделяется. Ну и конечно, на мониторе с диагональю 27 дюймов, да в 4К, да с сумасшедшей цветопередачей идеально будет не только работать с графикой, цветокоррекцией и монтировать видео, но и с удовольствием смотреть кино и играть в игры. Благо, тут все для этого есть. Что ж, а на этом мы завершаем наш сегодняшний обзор отличного профессионального монитора Lenovo ThinkVision P27U20. Надеемся, информация будет для вас полезной и поможет определиться в выборе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр!